Да я готова мыть полы в Макдональдсе своим языком или чистить туалеты зубной щеткой, лишь бы не работать в этом месте из преисподней сатаны. Это она так сказала после того, как нас позвали работать в детский сад. Да. Именно директорша детского сада позвонила нам и предложила работу на один день. И, естественно, мы согласились. Мне досталась должность охранника, а Кате досталась должность воспитательницы. И угадайте с первого раза, у кого работа была намного легче. Явно не у Кати. В первую очередь Вовочка обдристался. Во вторую очередь Вовочка украл у меня рацию, за что получил лещей. Ну, Вовочка это... как вы поняли, самый непослушный и дуримонский ребенок в детском садике. После того, как мы провели целый день с детьми, у Кати почти слетела катушка, и дети в конце нас даже прижали так в угол и начали сильно быковать. Слава яйцам, то, что в тот момент в детский сад зашла воспитательница и спасла нас. Она нам заплатила по 2 куска за смену, и мы с Катюхой потопали домой. Но тут-то не все так просто. За нами последовал тот самый Вовочка и сказал, то, что я его отец, а Катя его мама. И он хочет жить с нами. У него там все нормально, как думаешь? Да, блин, в этом детском садике, ну, фигни кормят, конечно, потом так... О, господи, помилуй. Да, наверное, вот эта каша кукурузная, вот эта манная каша. Ёперный театр. Чур ты потом убираешь-то. Чур, я туда месяц не буду заходить после Вовочки. Матерь Божья, ты воняешь, как атомная станция какая-то. Все нормально? А, да, привет, Вовочка. Как, все там хорошо? Сейчас я проверю на всякий случай. Может, он там запердел всю... Ты уже раковину успел сломать, да? Ёханый Вовочка. Ага, да. И стиральную бумагу в туалет, да, смывал? Тебя мама в детстве не учила, вот меня ругала за то, что я бумагу в сральник смывал. Вот всегда говорила, нужно в эту, в мусорку. Не послушай, я кажется, ребенок. В детстве у него еще этого не было периода в детстве, он как бы сейчас тут находится. А, ну да, у него не было в детстве, он сейчас я в детстве. Я отсюда не выйду, мне страшно, я не хочу к нему выходить. Вовочка, я понимаю то, что у всех детей шило в заднице, но как-то утихомирь свое шило, сядь куда-то, посиди, можешь полежать. Ты мой блендер сломал, ты! Кузнечик мелкий, иди сюда. Только аккуратно. Ты понимаешь, что ты новый мне должен? Он все же как бы ребенок, смотри, ему голову не сломать. Да. Ты мой блудильник, хотел сказать, сломал. Ты мой будильник сломал! Ёперц, этот... Мелкий... Слушай, может... Да, вот я думаю, то, что ты хотела предложить то же самое, что я. Что ты хотела предложить? Батарейку вытащить у него из задницы. Не, я хотел другое предложить, все же мы расходимся в мнениях. Я хотел предложить вытащить его на улицу, чтобы он там бегал, чтобы он там что-то ломал, а не у нас в доме. А то он сейчас ломает здесь практически все. Главное, чтобы телевизор не трогал. Вовочка! Сыночек мой, недосыночек, слезь с этой шайтан-машины, иди сюда. Мы сейчас пойдем на уличку. Вот там с тобой погуляем. Да, там много качелей, каруселей. А еще у меня есть электромотоцикл на бензине. Опа! Опа! Ай, сразу как глаза загорелись, прям сразу как зуб зашевелился. Пошли, Катюх. Да, давайте, пошли, а то пошли, это пошли, самое, пошли. Мне этот дом еще дорог, я здесь хочу поспать спокойно. Да, закрывайте двери. Пойдемте гулять. Все на улицу, семья моя дорогая, когда этого мелкого укурыша наконец заберет воспитательница. А где Наташка? Кстати, реально, где Наташка, почему она не храняет мой моторбайк? А ты... Ладно, его хотя бы не украли, и то хорошо. Ну, в принципе, да. Ура! Да! Мы идем с нашим приемным сыном на ближайшие 10 минут гулять! Ой, господи, помилуй. Все, Вовочка, ты давай там, ну, гуляй, Катя, ты там давай сиди на скамейке, а я покатаюсь. Господи, 2 ребенка! Одному я не знаю, сколько лет, ну, примерно от 2 до 5, а другому уже 24 скоро. Ну, вы посмотрите только на это. Мне не 24, мне пока что 23. Вовочка, ну, это мой... В первую очередь я тебе не папа, а в вторую очередь это мой моторбайк. Я никому его давать не буду. Ты меня сейчас не сбил, дурак! Да, все нормально. Ну покатай ребенка, ну посмотри, он смотрит на тебя со слюнями. Ай, ладно, катайся. Только ничего тут не разбей. Правой рукой газ, левой рукой тормоз.
Ну я ж тебе говорю, нормально катайся, а ты уже спрыгнул с 2 метров. Ты... Все нормально, ты там подвеску мне не сломал? Катюх, надо с ним что-то решать, потому что это не дело. Все, хватит тебе, Вовочка, давай слазь! Слазь, Вовочка, иди сюда! Хватит, все. Иди там на батуте попрыгай. Все, иди туда. Иди сюда, Катя. Я так не продержусь еще. Я уже не могу, честно. Да все, не беспокойся, я уже позвонила воспитательнице, она сейчас придет и заберет его. Все нормально. А, ты позвонила вот этой? Да, ты думаешь, я буду терпеть вот это вот этого миленького ребеночка. Ну да, хорошо, хорошо. Ёперный, это не батут, а какая-то космическая ракета. Ты понимаешь, что он до крыши дома допрыгивает? Вовочка, тебе как, нормально прыгается? Да? Ё, это юный я Юрий Гагарин просто. Ёханый баба... Вовочка, ты там аккуратней, пожалуйста, сейчас тебе шею свернешь. Аккуратно, пожалуйста. Как бы мы не твои родители, но... А? Вовочка! Это не твоя квартира, это чужая, это даже... Что? Подожди, сейчас мне нужно секунду переварить это все в голове. Уникальный ребенок. Вован, Владимир, прыгайте обратно на батут, вот сюда, я вас ловлю, прыгайте. Да, а как по-другому, сейчас хозяева придут вот в этой квартире, милицию, полицию вызовут. Там, я понимаю, что страшно, а прыгать... А прыгать тебе не страшно было до 5-го этажа. Вот я о том же. Давай прыгай, все будет хорошо, я тебя... Чё? Мне кажется, если он сейчас обратно спрыгнет на батут, то он еще выше подпрыгнет и вообще в стратосферу улетит. Вовочка, видишь, твой папа не дал, папа прыгает. Все, давай, я ловлю. Я тоже хочу прыгать. Да, Кать, успокойся. Ловлю, Вовочка, ловлю, давай. Ой, какой молодец. Все, хватит. Что одна, что другая, хватит. Другой. Идите сюда, семья моя дорогая, идите сюда. Вовочка, тебе нужно... Да упаси Господь! Вовочка, тебе нужно просто сидеть на одном месте и даже не шевелиться. Вот. Я как бы понимаю то, что дети сегодня у нас очень активные, но не до такой-то степени. Ой, слава спасителю! Я вас прям возненавидел в предыдущей серии, но сейчас я прям очень сильно вас рад видеть. Спасибо вам огромное, какие вы хорошие люди, да, не благодарите. Вот пропажа ваша, вот Вовочка потерялся, забирайте его, пожалуйста, вот прям, и никогда не спускайте и упускайте из поля зрения. Все, Вовочка... Да, лучше на поводке его... Да. А лучше вообще где-то там закрыть, в комнате там дать ему тетрис поиграть. Все, Вовочка, давай. Давай. К своим настоящим родителям, к своей настоящей маме, папе. Все, давай. Ой, какой хороший ребенок. Мелкий сатана просто. Все, мы свободны. Пойдем отметим это. Ну, я желаю ему удачи. Слушай, знаешь, прям... Нам бы кто удачи пожелал. Ну да, нам бы кто удачи пожелал. Вот знаешь, прям на душе так спокойно стало, вот я даже не знаю, как спокойно. Открой дверь, пожалуйста. Встречаюсь с пописякой просто. Я не знаю, где то Наташка, но что-то она мой байк вообще не охраняет. А потом придет и будет стучаться к нам в дверь, чтобы я ей заплатил. Ага, а байк мой кто-то сейчас таратыбзит, да? Ой, вот, ладно, так тоже сойдет. Я бы что-то пожрал после такого насыщенного денька. Что скажешь? Я спать. Какие спать, мать? Середина дня. Давай пожрем. Не, я спать. Кать, вставай, давай, сделай мне, пожалуйста, что-то покушать. И себе тоже. Да, вставай, Кать. О, отлично, как хорошо. Потихонечку. Эй! Сейчас я тебя столкну с кровати, подожди. Давай мы покушаем и сразу же пойдем приляжем, обещаю. Ладно, пойдем. Только продуктов-то нет, из чего я тебе готовить буду? В смысле нет? Все есть, все продукты на месте, там не должны быть. Я тут систему ниппель новую придумал, иди сюда. В общем, смотри. Смотри. Учитывая, что у нас дома нет холодильника, смотри. Я нашел у алкаша... В этих в ящиках старые вентиляторы, смотри. И все продукты перенес на балкон.
И вот, видишь, вентиляторы крутятся, вентиляторы дуют, а продукты остужают. Вот, продукты не протухнут. Нет, яйца уже должны были протухнуть, потому что они не под вентиляторами. А так, в принципе, все тут охлаждается, все хорошо. Видишь, юный Эйнштейн просто. Ну, хорошо, я приготовлю тебе поесть, но я есть не буду. Почему это? Ну, чуть не хочется. Ну хорошо, все, давай готов, а я вот как раз таки, пока ты готовишь, я пойду полежу. Мне можно, я сегодня натрудился. Неплохо, нормально придумал, хорошо. Хорошо я сегодня придумал вообще. Лежишь, значит? Лежу, значит, да. На, креветки жри. Ты хотя бы прям приготовила? Не, ну да. Как ты их приготовила? В руке подержала? Это не готовка. А я думаю, что они уже давно приготовились сами на балконе. Хороший у нас балкон, самоготовящий, да, там сразу встроенная печка, там микроволновка, да? Вполне себе адекватный такой балкон. Я с тобой согласен, день был насыщенный, можем вздремнуть пару минуток. Все, давай, молчи. Только не храпи, а то ты умеешь. Я не храплю. Храпишь. Что-то хорошо. Ты че там кто-то резвонит-то опять? Там в двери кто-то звонит. Да у нас занято тут все ремонт налоговое, отстаньте. А выходной сегодня день. Че сегодня, Кать, вообще? Пятница? Четверг. Четверг, среда, наверное. Да я сейчас выйду, пальцы вам сломаю! Чё тебе надо? Ой, господи, так! Тут у нас опять этот алкодавс космический пришёл! Да. Добрый день! Здравствуйте, алкаш, а мы как раз-таки вот ждали вас, но не ждали так рано. За хату-то сегодня платить надо, да, 12 тысяч? Так, здравствуйте, я говорю, Добрый день, говорю! Это игнор? Это игнор? Это игнор. Смотри, вообще плевать просто, он на нас даже не смотрит. Молодой человек, вы с нами? Прием! О, кто там белочку словил нечаянно? Алкаш! Что это было сейчас, простите? Подожди, может ему вентиляторы бошку продули? Я не могу понять. Так, подожди, я чё-то... Это чё ещё за... Жди меня, Наташка, а мы тебя реально ищем всю серию. А ты с этим, с алконавтом? Так, подожди, объясните, пожалуйста, что здесь происходит. Дорогая, смотри, это мои хоромы. Какая дорогая? Ну, допустим, они твои, но сейчас живём здесь мы, Наталья. О, привет! А вы ещё тут? А где мы должны быть, извините? Так, подожди, мы как бы вздремнуть хотели днем, А где мы должны быть, Алканав, ты что от нас хочешь? Бабки забирай, проваливай со своей Наташкой! Ну, как бы сегодня день оплаты, так я об этом же и говорю. Так, здесь 10 тысяч у нас. Сейчас, подождите, 10 тысяч и плюс 2, да, получается 12. Нет, бабосики не надо. В смысле не надо? Что, нам бесплатно разрешили здесь жить? Всё, он выпил весь мой мозг. Все, ладно. Не выпил свой мозг, а пропил. Пропил мозг. Ну, как бы тут это, я бабу своей мечты нашел. Я поздравляю вас. Мы очень рады, да, за тебя. И за тебя, Наташка, только я тебе, Наташка, платить не буду, ты мой байк не охраняешь. Да, все, давай. Ты смотри, какая бычара! Мы можем пожить вместе. Живите, пожалуйста, благословляем вас, выход там. Да. Только мы на кровати, а вы на сральнике. Слушай, подожди. Бабки забирай и сваливай. Что ты от нас хочешь? Где вы жить хотите? Ну идите в подъезде живите, ты нам эту хату сдал? Сдал. Что от нас еще требуется-то, а? Проваливайте отсюда. Да, уходите. Наталья, вы бы там вообще молчали? Ты бы, Наташка, вообще бы как бы вспомнила, кто тебе тут жизнь спас, да? А ты бы уже хотя бы раз в жизни бутылки из рук выронил-то, наконец-то!
Это как называется? Это что такое? В смысле, ты при... Сегодня день оплаты, оплаты. Мы с вами не договаривались, то, что мы сегодня будем съезжать. Это как, посередине дня вы пришли и говорите, чтобы мы отсюда сваливали? Так как бы шмотки надо собрать. И вообще, надо за месяц предупреждать заранее. Нет, все, мы никуда не уходим. Мы никуда не уходим. В смысле, проваливайте отсюда? Ты что быкуешь, бычара? Кать, вали эту Наташку! Это потасовка, это потасовка! Так, ладно, все. Извините, я что-то погорячился, это на меня не похоже, я прям что-то перегнул вот эту палку. Давайте мы внесем немножко здравого смысла, да, Кать? Да, я забираю свой конус. Проваливай. И все, и ухожу. Ладно, это тебе еще тут... Приятно было познакомиться. Вот это реально было приятно познакомиться. Кать, подожди, мы креветки забыли. Хотя они просроченные, поэтому держите, пердеж обеспечен. Так, подожди, морковки-то я 100%. Морковки самое святое, моя. Да. Сейчас, подожди, яйца тоже можете кушать, они уже протухли давным-давно. Так, для тебя святое это морковки, для меня это перчики святое. Отступитесь! Сейчас перчики эти заберу, Кать, забирай все, что на глаза бросается. В глаза бросается и на глаза бросается. Все забирай, лампочки тоже я забирай. Я заберу все, что мы с тобой наворовали на помойке. Все, вот именно, флаг тоже забери. И вот часы ты там уронила. Это мы, кстати, да, на помойке украли, поэтому это не ваше. Так, флаг забрала, соль, перец тоже заберем. Ну, в принципе, все. Сковородки забираем? Да, не, я все равно не готов. Нет. Ну да, кстати, ты готовить не умеешь. Так, здесь ничего, здесь ничего, вот это забираю. Форма работника Макдака оставьте себе, морковки забираю, электрошокер. Оставьте, все. Пошли, Катюх, давай. Хотя электрошокер заберу, если кому-то написать нужно будет звездюлей. Пошли, Катюх. Все, до свидания. Приятно было познакомиться. А на самом деле нет, неприятно было познакомиться. Да дверь откройте, пошли. Да ты войди в дверь эту. Ты да смотри, ты смотри, ты посмотри. Да пойдем. Успокойся там. Фу, пошли. Все, давай. Ой. Это... Слушай, ну у нас хотя бы байк. Ну, байк мой! А, кстати, нет, байк же алкаша вот этого. Ну, я его отремонтировал, поэтому байк мой с этого момента. Да. Это ты просто... посмотри! Ты посмотри! Алкаш даже заморочился, баннер сделал, повешал. Да, продуманный-то какой, да? А, кстати, я вначале заметил, что там еще один баннер, посмотри. Это, кстати, то место, которое мы с тобой хотим арендовать в ближайшее время. Угу. Откроем там компьютерный клуб, маникюрный салон. Я даже к тебе на педикюре ходить буду. А я не Пошли. Буду тебе делать. В смысле? То есть всяким бабам ты педикюр будешь делать, а мне педикюр не будешь делать, да? Да. Вот оно чё. Ладно. А куда мы идем с тобой? Я не знаю, куда глаза глядят. Ну смотри, Макдак закрыт... Ты еще кто такая? Господи. Подожди, ты что-то поняла? В этой же посливке когда-нибудь что-нибудь будет нормальное происходить. Ты понимаешь, что я там на балконе видел еще какую-то одну бабу? К ним кто-то в дом забрался. Наташка, там что там... Нас... Крадут их, пойдем спасать. Наташка, ты там держись, главное, с балкона не прыгай. Подожди, я... Я так, ты давай беги, Катюха, я быстро на байке. Да это... я быстрее тебя прибегу. Ага, конечно, быстрее, я уже тут, сейчас я в подъезд заеду, байк здесь оставлю. Не надо. Ты как в подъезд на Подожди, вы что надели, я сейчас полицию вызову. Это... Да, это кто здесь такой? Это... А вы еще кто такие? Вы кто такие? Это мы кто такие? Это вы кто такие? Нет, это вы кто такие? Нет, это не мы кто такие, это вы кто такие? Мы только что выбежали. Подождите. Нет, это вы кто, а мы кто? Это мы кто, это вы кто? Это не мы кто? Нет, это не вы кто, это мы кто такие? Это вы кто такие? Нет, это вы кто такие? Это не мы кто такие? Вы скажите, вы кто такие? Мы только что здесь жили. Ладно, мы, но вы кто такие? Ладно, мы прежние жильцы, пока нас алкаш не выселил. А вы кто такие?
Это мы кто такие? Это вы кто такие? Да хватит уже, мы кто такие? Кто вы такие? Это мы такие, мы тут жильцы, а вы кто такие? Какие жильцы? Ну, в смысле? Мы владельцы этой хаты. Чё вы гоните? В смысле, владелец этой хаты только что выпрыгнул в окно, или это вы его толкнули? Место преступления, значит, вот он там валяется. Ну все, я звоню в полицию. Мы сдавали её алкашу. Так, Кать, подожди, повремени пока что с вызовом в полицию. В смысле вы сдавали её алкашу? Пока отдыхали с женой в Таиланде. А, ну-ка, а документы на квартиру покажите, усатый. И вот ты тоже покажи документы на квартиру. Документы на квартиру. Кажется, нас... Я б сказал то, что нас с тобой нае, но нельзя. Поэтому я скажу, просто обманули. Ты понимаешь то, что мы вначале, когда арендовали эту хату, мы даже у Алканавта не спросили про документы? Да кто же знал то, что такая квартира, и в ней живет вот такая вот парочка. Конечно, квартира алкаша, сразу было понятно, что это его квартира. Мы сдавали ее алкашу за 5000? За 5 кусков? Мы алкашу платили 12 тысяч в месяц! 12 кусков! Ну вы лохи. Обдристались на горохе просто, реально лохопедины. Сейчас, да, я в какую-то стену вымажусь.